Всем привет, девчонки! Привет от меня и от моей Нюши. Вы ее уже видели в моих видео, да? Я надеюсь, что вы видели ее. Вот она сейчас со мной, тут спит. Начнем сегодня рассказ о моей посылке с сайта iHerb. Вот только что ее принесла, начала снимать видео, ее открыла, и у меня перестала снимать моя камера. Это было очень здорово, и поэтому начнем еще раз. Надеюсь, вам понравится. Проверю сейчас еще раз, вдруг опять выключилась. Нет, все, снимает, слава богу, как хорошо, ура, 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 ура. Так, начнем. Вот я ее уже открыла, обратно все запихала. Как видите, все это утрамбовано вот такой вот бумагой. Я ее сейчас выброшу. Оп, нормально. И вот такая вот посылочка. Здесь очень много всего. Сейчас вам буду рассказывать, потому что уже посмотрела, пока снимала первый вариант видео, который у меня не записался. Ладно, начнем. Первое, что я достаю из своей коробки, это вот такой вот, такая вот кокосовая стружка. Здесь 284 грамма, очень большой объем. No Food компания, очень она мне нравится, уже заказывала сироп агар, и хорошее качество, и натуральный продукт, поэтому заказала именно ее. Будем пробовать, расскажу вам о моих впечатлениях. Следующее, это улунский чай, здесь 16 пакетиков, он в пакетиках, уже вот тогда открывала, к сожалению, вот такие вот пакеты здесь. Очень я люблю улунские чаи, и поэтому вот решила попробовать, посмотрим как. Он, кстати, очень легкий, как вы знаете, посылки на iHerb можно заказывать, по-моему, килограмм 800, не больше, поэтому легкость продукта — это очень важно. Вот такой улунский чай. Дальше из еды остались только вот такие витамины D3. Попробую 120 штук здесь. Вообще они мне достались как бы в подарок. Когда вы делаете заказ, вы можете выбрать, ну, там в определенной темки, да, у них разграничения такие есть на сайте, да, и вы можете выбрать себе любой понравившийся вот из этой вот темы продукт, и я решила попробовать вот такие витамины. Дальше, вот такая детская зубная паста со вкусом клубники, сделана в США, она, к сожалению, закрыта, открывать не буду, потому что дети любят сами с этим возиться, решила попробовать, в общем, расскажу, что понравилось или нет. Так, проверка связи, девчонки, сейчас я проверю, снимает у меня камера или нет. Снимает, ура, 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 продолжим. Дальше заказала себе крем вот такой от экземы, у меня проблемы у моей мамы тоже, на руках экзем появляется, это я не знаю, с чем связано, но это не заразно, не переживайте. Вот, читала много отзывов про этот крем и вот решила попробовать, потому что наши что-то я уже не верю в них. Здесь 56 грамм, сделано в Австралии, и надеюсь, он мне поможет, очень-очень надеюсь. Если кому-то интересно, помог он мне или нет, вы мне напишите, я вам обязательно отпишусь. Может быть, у кого-то тоже есть такая проблема. Так, следующее, это вот такой спрей лавандовый, он полностью натуральный, здесь 60 мл, я его буду использовать на лицо, сделано в США. В общем, не знаю, здесь в составе на первом месте, понятное дело, вода, на втором глицерин, и на третьем лаванда. Лавандовый какое-то масло лавандовое, ну и там уже дальше все остальное. Пахнет очень-очень здорово, очень люблю лаванду, буду брызгаться и наслаждаться ароматом. Да, вот моя кисонька передает вам приветик. Да, скажи привет, 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 скажи всем привет. Да, желтоглазик мой. Так, следующее, это вот такое вот африканское черное мыло. Очень-очень давно его хотел попробовать, оно тяжеленькое, поэтому меня душила жаба его заказывать. Здесь 140 грамм. Оно с витамином Е, алоэ, и там еще что-то добавлено, сделано где, не могу посмотреть, уже искала, крутила, вертела. А, в США сделано. Вот такое вот мыльце, здесь логотип
Нубиан, по-моему, я правильно читаю, вот такое вот мыльце. Пахнет обалденно, просто супер, такой сладковатый, чуть-чуть цитрусовый, с ванилью, с какими-то специями, мускатом, по-моему, здесь мускат еще присутствует. Ой, вообще супер, классное мыло. В общем, буду пробовать, хочу его пробовать на лицо вместо умывалки, потому что нравится мне вот именно мылом пользоваться таким вот каким-нибудь интересненьким. Поэтому буду пробовать и вам обязательно расскажу, если вам, конечно, интересно. И последнее, о чем хочу рассказать и что мне пришло, это вот, такое средство для детей, детское, для шампунь и гель для мытья, так скажем. Здесь вот сколько грамм я найти не могу. 475 миллилитров, почти пол-литра. Очень-очень хороший, заказываю уже третью банку. Вот немножко пролилось, хорошо, что они, вот видите, в пакете присылают. Очень это удобно, ничего не испачкалось, только вот чуть-чуть там нажалось, видимо. Классная вещь, девчонки, натуральная полностью, детям очень нравится. Здесь вот читаю состав, СЛС вообще нет. Никаких парабенов, вообще ничего такого нет, девчонки. Так что смело можете заказывать. Нам очень нравится. У меня у сына, как она называется? В общем, очень-очень сухая кожа. И постоянно проблемы с кожей. И, в общем, вот от этого средства у него никакой реакции на него нет. То есть кожа в нормальном состоянии, в хорошем, как у нормального, спокойного, там, обычного ребенка. Поэтому, если у кого-то есть вот проблемы у детей с кожей, заказывайте и даже не бойтесь. Вообще классные средства, пенится хорошо, пахнет приятно чуть-чуть цитрусом, сладковатым таким ароматом. Сделано, сейчас посмотрю где. Да, вот здесь даже написано, что парабен фри. Так, произведено. Что-то я, знаете, не знаю, где произведено, не могу найти. В США, по-моему, в США. Да, в общем, вот последнее средство. И вот они еще в подарочек такие листочки с логотипами своими прислали. И все. В общем, коробка пустая. Все, на этом моя покупочка закончилась, моя коробка. И еще, девчонки, если кому-то, конечно, будет неприятно это слушать, можете сразу выключать, специально сделав в конце видео то, что я хочу сказать. В общем, в комментариях мне очень часто пишут, что я торможу, что у меня уровень речи 7 класса ребенка, да, что, в общем, я как сказали-то, как дохлый лебедь, что ли, ну что-то в этом роде. Что я медленно говорю, и, в общем, ну, все такое, торможу сильно. И я хочу вам ответить, да, кто мне это все пишет, идите вон. Вот и все, что я вам хотела сказать. Не нравится? Пожалуйста, не слушайте меня, не смотрите. Зачем вы меня тогда смотрите, если вам это не нравится? Остальным девчонкам огромное хочу сказать спасибо за то, что вы меня поддерживаете и пишете опровержение на вот эти вот ужасные злобные комментарии, которые мне пишут, да, и говорите, что вам наоборот нравится моя речь. Я считаю, что моя речь вполне нормальная. И у меня два образования, и, в принципе, моя речь меня устраивает вполне, и я не считаю нужным тараторить как ненормальная, как бешеная. Потому что люди не успевают воспринимать информацию, которую ты им выдаешь в очень быстром темпе. Это все пролетает мимо ушей. И, в общем, никакого смысла нет в этих видео. Да? У кого-то есть такая особенность быстро говорить, у кого-то есть особенность медленно говорить. Мы все люди разные. Если бы все были одинаковыми, было бы скучно и неинтересно. И спасибо девчонкам, которые меня поддерживают всегда. И я очень рада вам. Приходите ко мне, смотрите мои видео. Я буду снимать для вас свои видео с большим удовольствием. И еще большая просьба, девчонки, пишите мне, пожалуйста, запросы на видео, потому что у меня сейчас какой-то творческий кризис, и я вообще не знаю, о чем снимать.
как-то вообще в растерянности. Это, может быть, новогодние праздники сказались. Но, в общем, не знаю. Не знаю, о чем снимать. Уже как-то все приелось. Ну, в общем, мне было бы интересно слышать ваше мнение, слышать ваши запросы. И, пожалуйста, пишите мне. Я обязательно буду стараться снимать такого рода видео, да, как по вашим запросам. И еще, видите, я могу быстро говорить. Просто я не хочу. Не считаю нужным. Могу тараторить, но мне это не надо, и вам, я думаю, тоже. В общем, спасибо, что были со мной. От моей кисоньки, да, мяу, от моей кисоньки вам привет. Вот она лежит тут. И я рада, что вы были со мной. Заходите ко мне в группу, пишите, звоните. Говорю, звоните. В общем, спасибо, что были со мной, и всем пока.